определитель матрицы А, определитель матрицы Б, определитель матрицы С, и убедимся, что действительно произведение равно. Если матрица С – это произведение А на Б, где А и Б – квадратные матрицы размером n на n, то по определению определитель – это сумма, взятая по всем перестановкам, когда мы умножаем знак перестановки на вот такое выражение. Знак перестановки сигма, здесь произведение, то есть из каждой строки берется элемент с номером сигма от к. Посмотрите, вот это вроде бы небольшое, а на самом деле вот это сколько? По определению произведения матриц строчка умножается на столбец. Вот здесь написано каждая строчка, а к первая, а к второй и так далее, вот L отвечает за нумерацию одной строки, умножается на столбец с номером сигма от к. Значит, мы должны посмотреть вот на такое замечательное выражение большое. Сумма по всем перестановкам, знак перестановки, умножить на произведение сумм. В каждой скобке n слагаемых, каждая из которых это произведение двух букв. И вот такие n скобок мы должны перемножить. Ну, если раскрыть все скобки, и смотрите, каждый раз L каким-то образом у нас будет каким-то конкретным числом, да? То есть у нас K нумерует скобки, то есть K бывает численно 1, 2, 3 и так далее, N. А из каждой скобки мы берем какое-то там слагаемое. Вот давайте напишем не L, а вместо L напишем F от K. F это некоторое правило, то есть отображение из множества первых n натуральных чисел в множество первых n натуральных чисел. Правило, которое по числу k дает число l. F – это не обязательная перестановка. Здесь очень важно. Сигма пробегает множество перестановок, а l любые все от единицы до n. То есть могло принимать значение, любое значение. Да? То есть k пробегает значение от единицы до n, a с номером k, f от k, ну это то самое. K, L. И дальше F от K умножается на сигма от K. И вот эти произведения мы суммируем по всем F. Теперь еще важный левый, который, собственно говоря, и является теоремой о том, что определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей. Можно вот здесь суммировать не по всем отображениям, а только по перестановкам. Сумма от этого не изменится. Ну, не изменится она благодаря вот этому самому плюс-минусу, благодаря знаку сигма. Давайте это докажем. Представьте себе, что f не является перестановкой. Тогда есть какие-то числа, не равные друг дружке, такие, что f от k1 равно f от k2. А теперь смотрите. Если мы смотрим на все остальное забудем, а смотрим только на те места, где k1 и k2. Тут еще, конечно, много множителей, но пока я их не буду выписывать, даже не пока, потому что буду считать, что все понимают, да, что там есть какие-то множители, множители, множители. Вот. А вот смотрите, а с номером k1, f от k1, k2, f от k2, и b то же самое, f от k1, сигма от k1, f от k2, сигма от k2. Замечательно. Что будет, если я напишу аналогичное выражение для перестановки, в которой k1 и k2 поменяю местами. Ну, да очень просто. Очень просто. У меня вот здесь вот ничего не изменится. Здесь вообще тоже ничего не изменится, потому что f от k1 равнялось f от k2. Вот. Так что это не изменится. А вот знак перестановки сигма изменится. Потому что я поменял местами два числа. А когда в любой перестановке вы меняете ровно два числа, а остальные оставляете, то знак перестановки меняется. Это очень легко проверить. Просто на той самой картинке посмотрите, что происходит. Вот если у вас были какие-то два числа,
И вот в одной перестановке они шли так, а в другой перестановке шло так, то легко понять, что с любой другой линии количество четности не изменилось, а вот у этих двух четность изменилась ровно на единицу, количество изменилось ровно на единицу. Вот. Значит, если мне дали функцию f, не являющуюся биекцией, то я по этой функции сразу распределяю слагаемые в пары, и они там тоже уничтожат, потому что выражение одно и то же, а знак, из-за того, что там есть знак перестановки сигма, будет разный. То есть одно с плюсом, другое с минусом. Значит, я могу вернуться к моей сумме, зачеркнуть здесь вот это вот, и написать, что f пробегает не все отображения, не все n степени n отображения, а только n факториал перестановок. А теперь все очень легко. Смотрите, я вместо знака перестановки напишу такое выражение. Знак перестановки f умножить на знак перестановки сигма f минус 1. И знак перестановки равен произведению знаков. То есть вот сигма, это есть сигма f минус 1 умножить на f. И, соответственно, опять, это понятно, почему происходит, потому что если у нас для одной перестановки, что это шли как веревочки, вот эти вот, значит, для одной перестановки вот была какая-то такая система веревочек, и для другой перестановки была какая-то другая система, да? То если вы посмотрите вот сверху вниз, то когда вы эти веревочки будете двигать каждый раз, изменяя количество пересечений на 2, что-то изменяться не будет. Поэтому их можно так передвинуть, что это получится перестановка, являющаяся произведением, картинка для перестановки, которая является произведением. И при этом четность не изменится. Значит, знак произведения двух перестановок равен произведению их знаков. Вот. А теперь смотрим. Знак перестановки f. Здесь вот есть такое произведение. А кт f от k. Это же просто определитель. Если вы будете суммировать по f, то это будет просто-напросто определитель. Замечательно. А на что это умножается? Ну, если берете знак сигма f минус 1 и ставите сюда, то как раз вот у нас будет такая перестановка, которая вот этот элемент переводит в этот. Да, вот что надо сделать? Надо сделать f минус 1, и потом сделать сигма. Замечательно. Значит, здесь у нас будет определитель для матрицы B. Вот и все. У нас просто-напросто это разносится. То есть мы сначала это записали в виде суммы по f и сигма, а дальше сказали, что сигма f минус 1 – это произвольная перестановка. И суммировать по f и сигма – это то же самое, что суммировать по f и сигма f минус 1. Ну и у нас получилось определитель матрицы, которая является произведением двух квадратных матриц, это произведение определителей этих квадратных.